Здравствуйте. 22 мая, вторник, день Марса. 8-й лунный день с элементом дерева. Дысунудр. Благодетельные поступки и греховные деяния, совершенные в этот день, примножаются 100-кратно. День благоприятный для людей, родившихся. Вот мыши, змеи, лошади и свиньи. Хорошо в этот день совершать подношения, освящать статуи, изображения Будд, Бодхисаттв, Сахьюснов. Почитать и просить Бога богатства на Намсаре, покупать новые вещи, собирать и находить себе пищу, одежду, делать домашние дела, ставить закваску, повышать физическую нагрузку, совершать обряд жапты, одевать новую одежду, заказать таванхарюлуга, саганчухурта, отправляться в дорогу к находке, все задуманное исполнится. День неблагоприятный для людей, родившихся год, обезьяны и курицы. Дней желательно для посевных работ, приводить невестку, отдавать невесты, а также хранить и создавать эскизы одежды. Стрижка волос к удлинению жизни, к наполнению сил жизни. На верхней березу Кисохчиндугане с 9 часов утра пройдет хурал Отоша. Дуинхурдугане с 8 утра Дуинхурхурал, Деважндугане, Тамдиндарлик. Делайте добро.